В молодости хрусталики наших глаз отличаются чрезвычайной эластичностью, что позволяет нам легко фокусировать зрение на объектах вблизи. Но со временем хрусталик постепенно становится менее эластичным, что затрудняет фокусировку зрения на близлежащих объектах. Такое состояние называется пресбиопией, которая является естественной частью процесса старения у всех людей, даже у тех, кто никогда ранее не испытывал никаких проблем со зрением. На ранних стадиях пресбиопии большинство людей начинает испытывать трудности при чтении мелкого шрифта, который используется, например, в меню, в сотовом телефоне или в газете. Обычно люди реагируют на это, отодвигая текст подальше от глаз, или же начинают использовать дополнительное освещение. В дальнейшем большинство пациентов уже не могут отводить печатный текст на расстояние, достаточно большое для того, чтобы они смогли его хорошо рассмотреть. Пациенты часто жалуются, что у них руки стали слишком короткими. На этой стадии большинство пациентов нуждаются в том или ином средстве для коррекции ближнего зрения. Так как хрусталики внутри наших глаз продолжают меняться со временем, очень важно, чтобы вы регулярно обследовались у глазного врача.